В общем, ребят, всем привет! Первый час я лайкаю абсолютно все комментарии. Сегодня будет нестандартное видео. Сегодня будет именно пранк над прохожими и вообще над полностью всем Макдональдсом. Ребят, это будет реально очень круто. Короче, сейчас я поеду на Макдрайв, арендую коня. Белого, красивого, просто нереально. Вот прям как моя вот эта вот футболочка. Белый конь, вот просто представьте себе картину. Я подъезжаю не на какой машине, а именно на коне, на красивом белом коне, чтобы посмотреть на реакцию именно людей. Поэтому, ребят, быстрее подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, и мы начинаем. Погнали. Короче, ребят, ну что, вот конь, посмотрите на это просто жесть. Вон там Макдональдс, посмотрите, какая пробка нереальная. Ого. Рука нужна? Ну да. Ага, вот так вот. Она будет идти, да? Чуть-чуть отпустите. Ага. Да я держусь. Куда едем? Мы в Макдональдс. Ну что, Макдональдс, идем заказывать еду. Боже, это вообще капец. Блин, какая классная лошадь, Дима, я не могу. Мы идем еду заказывать. Ребят, как думаете, нормально будет, я имею в виду, еду мне дадут или нет? А она на машину идет. Стоп, стоп, стой. Катя, а как тебе? Ну вообще, как смотрится? Ну, необычно. Необычно, да? Вон там уже подписчики вон собрались, вообще жесть. Ну что, все, желайте удачи. А что вы хотите заказать, Дима, что тебе заказать? Там лучше интервью с беконом и помидорами. Хорошо. Ребят, чуть-чуть конь, чуть-чуть какает там, да? Чуть-чуть подкакал, ну ничего страшного. Короче, ребят, люди тоже в шоке, просто в шоке. Машины все маленькая. Пошли. Здрасте. Алло. А что происходит? Да, здрасте, можно, пожалуйста, дабл чизбургер меню? Два дабл чизбургера меню. Нет, давайте три дабл чизбургера меню. Да, с картоплей и колой. Нормально? Короче, ребят, все с ним. Да, давайте соус. И кисло-сладкий еще, можно? Да. Все, спасибо большое. Ага, хорошо, все, поехали. А, ого, нифига себе, реально. Я думал, только в мультике такой. Не-не-не-не-не-не-не, давай туда. Давай. Нет. Вау, прикольно. А, кайф. Стой. Здрасте. Мне надо как-то вам оплатить. Димон, помоги мне, а. На, карту. Ну, почти, ребят, почти. Блять, ну прикольно, очень прикольно. Как вообще человек на коне приехал в Мадера? Первый раз у вас такое? Каждый день, да? Ничего необычного. Да? Все, поехали. О, спасибо. Так, оплатили, короче, заказ. Дима мне помогает. Все, Дима, я должен теперь сам. Сам должен забрать заказ. Сам. Поехали. Да давай, ну давай, лошадка. А, я пытаюсь забрать заказ. Да стой ты. Ну стой, ну подожди. Да я пытаюсь. Покормим ее потом. Да стой. А как задом сдать? Дима, помоги мне. Стоп. О, все, спасибо. Давайте. Я чуть не навернулся. Напитки. Помоги мне, малышатка, помоги. Спасибо большое. Спасибо и вам. Ну все, а теперь надо как-то развернуться. На, Димон. Короче, задание выполнил, ребят. Можете сами посмотреть. Тихо. Братан, я сейчас навернусь. Отвечаю. Тихо. Димон, держи. Короче, ребят. Все, поехали кушать, поехали. Все. Давай. Заказали еду, наконец-то. Посмотрите, сколько внимания. Все, и сейчас на парковочку. Я ни разу еще не заказывал так еду. Короче, ребят, это просто жесть. Вот так вот заказали еду. Кушать, естественно, ну не сильно удобно, я вам так скажу. Вот, но люди реально все в шоке были. Прямо в
вообще. Самое главное, тут полный привод, ребят, полный привод, одна лошадиная сила. Заправлять не надо, просто кайф. Просто кайф, я вам серьезно говорю. А вообще, может очень сильно укачать. Полный привод, скорость вроде бы 60 км в час. Я думаю, что никто еще такого, ребят, не делал. И это реально получилось на самом деле очень круто. Видео получилось маленькое. Вот. О, смотрите, вон еще один конь. Но он уже такой. Там лошадок побольше. Да? О, черт, 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 черт! Нет! Вау, 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 вау. Просто посмотрите, какая красивая. Белая лошадка. С Макдональдсом, как роет, да? Как роет. Запарно, да? Такой насрал на Макдрайве, блин. А, так это я слышал, там какая-то тоже, надо как-то убрать или заплатить, сейчас заплатим, короче, ребят. Конь на Макдрайве насрал. А, да? Уверен? Ох, жесть. Как вам, понравилось, девочки? Да, ну. Да. Прикольно? Да, да, давай, давай, давай. Все? Круто. Спасибо, спасибо, спасибо. Короче, это было незабываемо. Че, ребят, всем спасибо за просмотр. Следующее видео будет просто офигенно и балденное. Напишите в комментариях, что вы вообще думаете об этом видосе, потому что я просто был в шоке, когда люди сами вообще были в шоке. Как я, ну типа, это вообще жесть. Типа с конем на Макдрайве, это нереально очень круто. И не забывайте, что первый час я лайкаю абсолютно все комментарии, поэтому быстрее залетайте и пишите все, что угодно. Погнали, а еще также отвечаю. Все, всем спасибо.